На магазинах я отказываю от просмотра моих видео, а также себе самого открывания камеры. Что-то мне тебе мозги, блядь, обратище. Мне побольше денег, чтобы мне не хватило на половые переговоры. Я соперничаю с молодыми профуртетками 15-летними. Охуели, блядь? Я крутого даю. Вы мне заранее хотите деньги вымыть, чтобы я не могла приехать на переговоры? Я даже приеду на переговоры. Может, Захарова припьется?